Илья Соболев. Говорят, когда ты был резидентом Камеди. Я не видел, честно. Первый в истории стендапа говорящий писюн. Выкидыш, который смог. Реально выкидыш. Знает, как выглядят залупы всех земноводных. Любой накачанный ребенок из ТикТока. Соболь не следит за своим языком, поэтому кунилингу своего исполнения легко может превратиться в минет. Он хочет выйти, смотри. Ни один человек за всю историю не гордился тем, что знаком с Ильей Соболевым.